должны произвести расчет, от чего Творец наслаждается. И от этих действий, в этих действиях поддерживать себя, чтобы не превратить это в наслаждение ради себя. Оберегать себя. От чего Творец может наслаждаться? Только от того, что ты смиряешь себя перед товарищами, когда ты, конечно, в правильном виде, не просто так. Только от того, что вы соединяетесь вместе, находитесь во взаимных действиях по отдаче для того, чтобы отдавать ему. Это самый короткий путь к исправлению. Тут нет много шагов, просто два шага. К любви к творениям, к любви к Творцу. Это мы должны стараться исполнить. Что может быть еще проще? Все остальное несет мне путаницу.